еще были две двоюродные сестры. В отличие от нашей семьи, они пили, ели, смотрели телевизор, ни в чем не зная недостатка. Обе слишком любили животных. Стоило им прийти к нам, девочки лезли к живности в доме, а я был для них пустым местом. Очень тошно было от такого отношения. А у бабушки были свои проблемы. Я был один одинешенек на белом свете. Потом мама переключила свое внимание на животных, а мне ничего не доставалось. И в результате со мной случилось то, что случилось. Я стал настоящим оборотнем. Про нас, оборотней, ходят легенды с незапамятных времен, чаще в негативе. Но это далеко и не так. Все в фильмах о нас сплошная чушь. Мы другие. Сейчас я расскажу всем, при каких обстоятельствах я сделался таким и отважился на решительный шаг. Наконец, как я стал волком. Но я не убиваю добрых людей. И я не один. Игорь Исупов. Я тоже люблю и любим. Но люди не знают обо мне, поскольку живу я в другом своем мире.